Здравствуйте, мы начинаем. В эфире программа «Открытая студия». С вами Анастасия Карева. У меня в гостях начальник отдела развития туризма Министерства промышленности и предпринимательства Мурманской области Анна Попова. Анна Федоровна, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня будем говорить, конечно, о развитии туризма в Мурманской области. Я хочу пригласить присоединиться к нашей беседе всех наших телезрителей, наших радиослушателей. Мы работаем в прямом эфире. Нас можно не только смотреть, не только слушать, но и принимать участие в нашем разговоре. Если у вас есть любимые места в Мурманской области, куда вы любите ездить, поделитесь с нами. А может быть, вы считаете, что нам чего-то не хватает для привлечения туристов, звоните. Телефон студии 99-45-45. Набирайте этот номер, если вы находитесь в Мурманске, а если в других городах региона, набирайте код города 88152, а дальше тот же номер 99-45-45. Также мы принимаем ваши сообщения на Telegram, Viber, WhatsApp. Это очень важно, именно на мессенджеры нам пишите, а не просто смс-сообщения. Telegram, Viber, WhatsApp. Плюс 7-921-708-2006. Плюс 7-921-708-2006. На этом номере работают только мессенджеры. Анна Федоровна, приступим к обсуждению. Скажите, пожалуйста, какое ваше любимое место в Мурманской области? Куда вы любите ездить? Что вам нравится? Что привлекает? Ну, вы знаете, у меня много любимых мест в Мурманской области, потому что в разные сезоны это совершенно разные места могут быть, да, то есть если мы говорим про зимние виды отдыха, которые, я всегда говорю, у нас специализация – это в первую очередь зимние виды спорта и отдыха, потому что у нас зима 8 месяцев в году, и, конечно, наверное, это родные для меня Хибины, потому что я сама выросла и родилась в городе Апатиты, посещаю их как зимой, так и летом. В детстве, наверное, прошла их все вместе со своими друзьями и знакомыми. И очень люблю эту территорию, конечно. Но кроме этого, безусловно, мы активно посещаем и Терский берег, и Кандалакшу. И в Полярные Зори ездим на горнолыжный комплекс вместе с ребенком, когда она в соревнованиях участвует. И в Териберке много раз были. То есть на самом деле у нас удивительная природа и удивительные условия, что мы можем одновременно прям несколько, ну, как бы разных совершенно мест посетить, да, не выезжая с Кольского полуострова. Благодаря тому, что у нас такая природа, мы полностью находимся полярным кругом, у нас несколько лесных поясов, да, начиная от леса тундры и заканчивая арктической тундрой, да, которая находится вот в Териберке на севере нашего Кольского полуострова. И ты, получается, можешь за один день проехать, да, сразу прям по нескольким поясам и увидеть такую удивительную природу. Ну и плюс ко всему, учитывая тот факт, что у нас территория Мурманской области только на 75% заселена, ой, извините, наоборот, 75% не заселено, да, Мурманская область, то вот эта вот природа, которая девственная и нетронутая, она привлекает как местных туристов, так и приезжих туристов, которые могут увидеть вот эти объекты и природу нашу. Ну вот природа, горы, конечно, моря, это все прекрасно, а вот инфраструктура, все мы хотим приехать, чтобы было комфортно. И я помню, еще несколько лет назад ко мне часто приходили сотрудники из вашего министерства и говорили, ну вот с инфраструктурой у нас, конечно, не будем лукавить, грусть, печаль. Вот что сегодня? Ну, меняется, смотрите, ситуация? Ситуация какая? Инфраструктура, скажем так, есть. Да, вот начнем с этого. Инфраструктура для туризма, она, понимаете, учитывая, что туризм – это межотраслевой комплекс, да, она включает в себя понятие очень широкой инфраструктуры. То есть мы не можем говорить, что инфраструктура туризма, например, это только гостиницы. То есть должны быть объекты показа, которые не всегда являются только туристическими объектами. Это и музеи, это и горнолыжные склоны, да, то есть это объекты на стыке нескольких сфер, да, находятся. Кроме этого, в том числе должна быть и социальная инфраструктура, которой пользуются просто жители, да, она тоже должна быть развита для того, чтобы туристы, которые приезжают сюда, в определенных ситуациях могли воспользоваться. Я имею в виду, это и транспортная инфраструктура, это и инфраструктура медицины, потому что бывают разные, да, ситуации. То есть в зависимости от того, вот как вот вся эта инфраструктура развита, от этого зависит и качество предоставления услуг на самом деле. Что касается инфраструктуры, то, безусловно, скажем так, нам есть к чему стремиться. Но, как вы знаете, за последние годы у нас поток вырос достаточно существенно. Вот начиная с 2014 года, мы, если до этого он рос порядка 3% в год, да, то, например, когда мы анализируем 2017 год к 2016, у нас рост составил 25%. И когда очень многие мне говорят о том, что, ну вот да, мы понимаем, мы видим очень много азиатских туристов на улицах, я говорю, да, иностранцы у нас тоже выросли, нужно понимать, что в общем объеме потока, который составляет у нас более 400 тысяч человек, нам прибывает туристов всех вместе, иностранные туристы занимают чуть больше 10%, порядка 12%, это 52 тысячи туристов. И в них еще меньше китайских туристов, потому что на самом деле там такой спектр большой,
кто к нам приезжает. И вот в этом контексте, учитывая, что рост потока идет, начинается и рост развития инфраструктуры. Понимаете, инфраструктура – это же бизнес. В любом случае, гостиницы, объекты показа, они должны понимать, что ту инфраструктуру, которую они построят, она привлечет туристов, и они смогут вернуть вложенные инвестиционные свои средства. В этом контексте, понимая, что инфраструктуры у нас не хватает, причем ее не хватает, как, в том числе, как объектов показа, всегда говорю, что объектов показа, ради чего едут туристы и что они могут посетить, у нас на самом деле не очень много, мы в основном их все знаем, да, и практически на пальцах двух рук мы можем их перечислить, да, поэтому тут существует потребность как в создании новых объектов показа, так и объектов размещения, увеличения как бы и качества строительства и модернизации этих объектов. Поэтому для того, чтобы вот это направление поддержать, у нас с 2011 года существует конкурс, мы проводим его ежегодно, как раз для поддержки таких проектов. Он у нас на сегодняшний день проходит в двух номинациях. Одна из номинаций – это как раз поддержка строительства и реконструкции объектов, как правило, объекты показа и объекты размещения. Вторая часть этого конкурса – это закупка оборудования, необходимого для организации туристских вот каких-то продуктов. Да? То есть, ну, в основном это имеется в виду снегоходы, квадроциклы, то есть то, без чего невозможна реализация самого продукта. И в этом контексте вот могу вам сказать, что с 2011 года у нас уже поддержку получили 58 заявителей, и более 24 миллионов мы выдали. Но что хочется отметить, так как у нашего министерства существует целый спектр поддержки разнообразной, да, потому что мы и федеральное финансирование на это привлекаем, есть поддержка начинающего бизнеса и так далее, то наша поддержка, в первую очередь, это особенно важно для тех, кто нас сегодня слушает, и кто, например, занимается туризмом и планирует подаваться в следующем году, потому что в этом году мы поддержку уже, эту, ну, конкурс этот провели, и результаты конкурса уже известны, то нужно понимать, что мы даем, в первую очередь, оказываем эту поддержку тем субъектам, которые работают не первый год. То есть это как раз ориентация на тот бизнес, который планирует расширение, успешно работает. То есть мы хотим вот поддерживать в первую очередь вот это направление, потому что для начинающих предпринимателей существует ряд других поддержек. Да, есть гранты, да, для есть бизнес-инкубаторы. Да. То есть чтобы был, понимаете, чтобы на территории региона был разнообразный спектр вот этих вот инструментов для поддержки. То есть человек сначала, допустим, получил как начинающий, потом через какое-то время он успешно развивается, он пришел и получил нашу поддержку. Что касается этого года, то в этом году объявили мы конкурс в конце декабря, потому что всегда к нам поступали запросы, что у нас очень короткий летний период, да, и нужно успеть как раз реализовать проекты, многие, особенно по строительству, в летний период. Поэтому мы достаточно рано объявили этот конкурс, до февраля месяца он проходил, до 7 февраля, поступила к нам 21 заявка, и допущены к рассмотрению были 16 заявок. Объясню почему, тоже, если кто-то слушает нас и планирует впоследствии подавать, это правило всех инструментов поддержки, что одним из основных моментов является отсутствие задолженности перед бюджетом, да, в первую очередь налоговых задолженностей. И, к сожалению, по этому пункту очень часто у нас происходит отклонение заявившихся. Но, тем не менее, 16 заявок были рассмотрены, значит, были представлены проекты в основном из таких районов, как Кировско-Апатиты, это наш туристско-рекреационный кластер Хибина, который достаточно активно развивается, это Кольский район, включающий в себя Териберку, то есть тоже было ряд проектов из Териберки, Кандалакский район, сегодня мы тоже видим достаточно большой рост по этому направлению, и по два проекта из Мурманска, один проект из Печенского района. И в результате рассмотрения, то есть в рамках тех финансовых средств, которые у нас запланированы были на этот конкурс, порядка 4 миллионов, у нас получили поддержку 9 проектов. То есть 7 проектов – это проекты, связанные с инфраструктурой, да, то есть это либо стройка, либо модернизация объектов. И 2 проекта – это проекты, связанные с покупкой оборудования. Мне интересно, а что в Мурманске? Это тоже какие-то туристические это, места? Это, как правило, объекты размещения. То есть вот сейчас, учитывая, что рост один из самых больших идет как раз по городу Мурманску, то недостаток объектов размещения определенных сегментов, он, безусловно, присутствует. И поэтому мы видим сегодня, что активно идет инвестиционная деятельность в этом направлении, то есть появляются новые объекты на территории Мурманска, города Мурманска. И, естественно, вот этот процесс создания новых объектов и их реконструкции, он требует дополнительных средств, и к нам в том числе обращаются. Ну, гостиницы, хостелы – это что такое же нам привычное. А есть что-то вот из этих проектов необычное? Ну, я вам хочу сказать, что вообще по критериям,
по которым мы определяем, да, эти проекты, то, естественно, уникальность является одним из основных аспектов, что это не просто, например, взяли и переоборудовали гостиницу, да, то есть это должны быть действительно какие-то интересные, необычные проекты в первую очередь. Мы на этом акцентируем большое внимание. Так, например, в этом году один из объектов – это поддержка строительства кафе на территории деревни Северного Сияния, вот это «Аврора Виллидж», которая по дороге на Териберку. Он действительно очень уникальный, интересный проект. Буквально недавно к нам приезжала программа «Поедем, поедим». Мы тоже туда, они тоже там присутствовали и смотрели. То есть действительно он необычный и для нашей области новый, несмотря на то, что, например, в Финляндии и Норвегии такие объекты уже давно активно развиваются, на них есть определенный спрос со стороны туристов, которые туда приезжают. И, конечно, здесь этот объект в первую очередь важен для того сегмента, который мы активно привлекаем, это азиатские туристы, потому что они в первую очередь приезжают сюда из-за нашей удивительной природы и такого явления, как северное сияние, и возможность дополнительная вот в определенных условиях его наблюдать, да, не выходя из дома, когда у нас, например, сильный мороз, и ты можешь, сидя дома, наблюдать это из своего окна, то, естественно, конечно, это такой, знаете, большой плюс. Это, получается, объект размещения становится не только местом, где ты живешь, но и неким, знаете, объектом привлечения просто поехать посмотреть на такое вот интересное сооружение, потому что оно действительно является необычным сооружением. Согласитесь, вы сами были там? Нет. Нет, не была, но наблюдаю ВКонтакте, смотрю за их фотографиями. Да, у них очень большой поток, очень интересно, они работают. Вы, кстати, к вопросу, вот была ли я, были ли многие жители. У нас действительно много чего есть, я там смотрю Териберку тоже, постоянно пытаюсь туда уехать, и все никак. И вот цены, кто-то регулирует цены, потому что после Левиафана, конечно, Териберка у нас цены раз взлетели, вот это вот Аврора, это тоже цены еще ого-го. Ну, то есть, смотрите, я думаю, что для нас, для жителей Мурманска, мы понимаем, что это все не для нас идет, а для иностранных гостей. Ну, смотрите, в любом случае, все эти объекты, они являются частными. Да, регулирование цен на сегодняшний момент у нас в стране не предусмотрено. То есть рынок решает, то есть, если и регулирует грант получает, этот процесс. Нет никакого... Нет, смотрите, здесь вопрос намного глубже, потому что... Практика показывает, что местные жители, да, когда живут, учитывая то, что они знают эту территорию, имеют возможности перемещения, они, как правило, делают это самостоятельно. Они не обращаются к услугам ни туроператоров, и смысл им размещаться, например, в деревне Северного Сияния, если они могут там, из Мурманска доехать. Ну, да, условно. Я более того хочу сказать, что да, еще несколько лет назад, там, например, в 2013 году, все не совсем верили в то, что Северное Сияние можно продавать, потому что изначально этот продукт был ориентирован на иностранных туристов. Ну и на самом деле я это прекрасно понимаю, потому что когда мы занимаемся развитием туризма, да, и вот мы думаем, это же тоже как бы целая история про то, а на какие рынки мы выйдем, а кому мы это будем продавать. Это же происходит не так, что вот мы хопа решили, ой, а давайте мы вот туда пойдем. То есть это сначала идет долгий анализ, а почему, а как работают другие регионы, а как работают наши соседи через границу, да, что продают они, что продается и так далее. И поэтому, когда вот это все анализируется, то есть ты сначала думаешь, ну что такое северный сияние, мы видим его каждый день, да, я там условно через день, идя домой с работы, я его, в принципе, наблюдаю, как это можно продать. И я всегда говорю, давайте подумаем о том, что мы здесь первый раз, да, это мы к этому привыкли, а люди, которые приезжают, для них это что-то новое, и они готовы за это платить, при этом, например, местные жители не всегда готовы платить за то, что является, естественно, для них каждодневной историей, да, то есть, и вот из-за этого здесь четко нужно понимать, то есть я за то, что нужно... думать о том, как вовлекать в процесс местных жителей, чтобы они больше путешествовали по Мурманской области, но при этом я знаю, что очень многие объекты, люди, которые привыкли путешествовать, это же тоже определенная культура путешествия, да, как по территории своего региона, как по территории своей страны. То есть не просто приехать на пляж и позагорать, да, а мы сейчас говорим именно о такой, знаете, экскурсионной составляющей, о неком таком любознательном... Понятно, ну, посмотреть, да, изучить, увидеть, с эмоциями. Да, на самом деле это тоже получается некая культура. И вот те люди, которые привыкли к этому, их родители так приучили, да, они на самом деле путешествуют очень много по Мурманской области. Это и показывают событийные мероприятия, которые проходят, да, в Мурманской области, и праздник Поморской козули, и Териберка ежегодно в июле, которая проходит, да. То есть люди посещают очень много, и не всегда они готовы размещаться, потому что возникает вопрос, зачем платить за это, если можно вернуться домой и переночевать у себя дома. Или к друзьям, которые там же где-то проживают. Мы прерываемся на рекламу, оставайтесь с нами. Реклама.
Мы продолжаем. Это программа «Открытая студия». Вы ее смотрите на телеканале Arctic TV и слушаете на радиостанции «Рекорд». С вами Анастасия Карева. Сегодня у меня в гостях представитель Министерства развития промышленности и предпринимательства, именно начальник отдела развития туризма Анна Попова. Анна Федоровна рассказывает о развитии туризма в Мурманской области, о том, кто к нам приезжает, что у нас строится, как можно получить поддержку, если вы являетесь предпринимателем и готовы принимать у себя на своей территории туристов. К нам поступило уже первое сообщение, а я напомню, что на Telegram, Viber и WhatsApp можно отправлять свои сообщения. Номер телефона +7 921 708 2006, +7 921 708 2006. Можно позвонить в нашу студию 99 45 45. Если вы в городах региона, набирайте 8 152, а дальше 99 45 45. Зачитываю я сообщение от Анатолия. Я понимаю, что Анатолий активный турист. Вот он спрашивает, есть ли новые турместа, которые будут интересны не только туристам, но и местным жителям. А, ну мы, в принципе, об этом и говорили. Мы об этом говорили. Понимаете, такое понятие, новые турместа, очень сложно как-то классифицировать, потому что непонятно, что подразумевается под старыми. То есть, на самом деле, вот я бы хотела, знаете, такую вещь сказать, что когда мы на сегодняшний день рассматриваем вопрос развития туризма на территории Мурманской области, мы, например, понимаем, что у нас, несмотря на то, что есть общая картина, да, какая-то, каждая территория, я имею в виду сейчас, вот у нас, знаете, мы их классифицируем как туристско-рекреационные кластеры, да, они имеют свою специализацию каждый. То есть мы понимаем, что, например, Терский берег и Кандалакский район, да, это определенный вид туризма. То есть это, как правило, летний туризм, это сельский, это отдых на природе, это знакомство с какими-то сельскими праздниками, обычаями, обрядами, связанными с морем. Конечно, проводятся мероприятия интересные летом. И то есть получается, люди, которым это интересно, они вот едут за этим продуктом туда. Если мы говорим про Хибины, Апатиты, Кировск, это ТРК Хибины, то мы понимаем, что там продукт совершенно иной. То есть это больше те, кто любят ходить в походы, это зима, горнолыжные туры, снегоходные туры, объект «Снежная деревня», промышленный туризм, да, то, что с этим связано, вот история освоения горнодобывающая, да, история. То есть вот это совершенно иной продукт. Если мы говорим про Териберку, Лавозеро и Мурманск, то это тоже, вот знаете, у каждого есть своя специализация. И поэтому на сегодняшний момент как бы в маркетинге, в том числе в туристском маркетинге, важную роль играет запросы потребителя, что он хочет. И поэтому сказать, что вот появилось интересное туристическое место, оно может быть мне очень интересно, а для кого-то оно будет не очень как интересно. Как вы изучаете запросы? Какие запросы сегодня есть, поступают? Может быть, какие-то анкеты у вас? Смотрите, у нас просто мы понимаем, какие виды туризма у нас являются основными, которые востребованы очень. То есть, безусловно, учитывая нашу специфику, это в первую очередь активный туризм, причем как зимний, так и летний, да, то есть тут вопросов нет, это больше 40%. Ну, понятно, мы не можем приглашать полежать на пляже, да, на лежачках. Естественно, конечно. Второй момент, конечно, деловой туризм тоже очень много занимает в этом аспекте. И мы, например, сегодня ставим одним из таких для себя приоритетов развития и создаем определенные условия для того, чтобы развивался, например, экскурсионный туризм. Потому что Мурманская область никогда не воспринималась как экскурсионный, да, такой, как экскурсионное направление. Экскурсионное направление, вы прекрасно понимаете, это Москва-Санкт-Петербург. Когда мы приехали, в автобус сели и поехали по тем многочисленным объектам, которые присутствуют на территории этих регионов. В Мурманской области, как правило, либо сами приезжают на лыжах кататься, там на снегоходах, да. Мы сейчас совместно с туроператорами, как раз и по поручению, можно сказать, Министерства культуры Российской Федерации, когда они еще курировали туризм, занимались разработкой брендовых маршрутов на территории Мурманской области, и это в первую очередь экскурсионный маршрут. То есть логика какая была? Сформировать тур, который такой, знаете, тур выходного дня. Это очень популярный такой тренд на сегодняшний момент, когда человек может, допустим, из Москвы, из Питера прилететь на 2 выходных дня и за это время посмотреть основные объекты на территории Мурманской области. И вот сейчас как раз мы пытаемся эту историю активизировать для того, чтобы дополнительно этот сегмент как бы к нам привлечь. Потому что это такая, это отдельный специальный сегмент. И здесь вот важный момент, кстати говоря, про местных жителей, что это как раз одно из тех направлений, которое бы могло вовлечь в себя, в том числе, местных жителей. То есть, потому что те туры, которые формируются, они являются сборными, и, как правило, они состоят из экскурсий на объекты на наши объекты показа. То есть это Самская деревня, это, например, город Кировск со своими объектами, это по Мурманску объект, ледокол Ленин и так далее, да? То есть, и получается, что весь этот тур, он состоит из ряда сборных экскурсий. И, в принципе, на любую из этих сборных экскурсий можно заявиться и принять участие. То есть не без ночевки, без питания, а просто вот поехать именно вот на отдельную экскурсию,
Но ты понимаешь, что в определенное время вот эта вот экскурсия будет организована, и ты можешь в ней поучаствовать. Нам пишет Олег как раз по теме, следите ли вы за качеством оказания туристических услуг, и встречаются ли у нас экскурсоводы-мошенники, как не попасться к ним в ловушку, пишет Олег. Смотрите, что касается наших, вот нашего конкретного отдела и вообще тех полномочий, которые у нас на сегодняшний момент присутствуют, контрольно-надзорных функций у нас нет за качеством предоставления услуг. Качество предоставления услуг и вот контрольная функция находится у Роспотребнадзора, и они реагируют не на наше заявление, а на заявление тех туристов, которые получили некачественную услугу. То есть получается, если вы купили там либо путевку, либо экскурсию, и что-то в момент оказания услуги не совпало с тем, что было прописано, то вы, как гражданин, имеете право написать жалобу в Роспотребнадзор на данное оказание услуг. Причем это касается, понимаете, не только вопросов туризма, они это рассматривают, то есть просто качество, некачественное предоставление услуги. Что касается нас, то наша задача – это создание условий для развития туризма. В отношении, вот услышала там мошенников по поводу там гидов и так далее, это вообще отдельная тема, которую мы тоже давно с нашим сообществом туристским обсуждаем эту тему, как из нее, ну скажем так, как на нее реагировать и что с ней делать. На сегодняшний момент создана ассоциация гидов, которая как раз этим вопросом… Да, это же недавно как раз. Да, то есть в чем суть? Решение. Я просто поясню, в чем суть. Суть состоит в том, что на сегодняшний день этот вид деятельности никоим образом никакой никакой классификации не принадлежит. То есть нет законодательного акта, который бы сказал, что гид или экскурсовод должен проходить классификацию какую-то или аккредитацию обязательную. К сожалению, смотря на то, как происходит сейчас процесс классификации гостиниц и наблюдая это достаточно в долгосрочном периоде, могу сказать, что пока обязательным это не станет на федеральном уровне, вот сложно что-то с этим сделать. Хотя мы как бы прорабатываем вопрос по опыту других регионов делать некую добровольную аккредитацию этих экскурсоводов. В этом контексте я для того, чтобы избежать вот мошенничества, да, призываю к чему? Все-таки на сегодняшний день в сфере туризма существует такое понятие, как туроператоры и турагенты. Туроператор именно это та компания, которая формирует турпродукт. Все туроператоры внесены в федеральный реестр туроператоров. Его легко найти на сайте Федерального агентства по туризму. Мы делаем публикацию у себя тоже на сайте murmanturism.ru. Просто там у них это происходит в режиме онлайн. То есть они обновляют оперативно, а мы просто копируем, поэтому у нас немножко с небольшой задержкой это происходит. Но тем не менее, если вы обращаетесь в какую-то компанию, неважно, за экскурсионными ли услугами и так далее, вы для того, чтобы защитить себя, потому что туроператоры несут финансовую гарантию за качество оказываемых услуг, если что-то случается, они несут финансовую именно ответственность за это, вы можете просто проверить эту компанию на сайте Ростуризма. Но оговорюсь, чтобы не вводить заблуждение при этом, что если вы заключаете договор на экскурсионные услуги, то и там нет ночевки, да, то есть просто вот экскурсия на день, то на сегодняшний день эти услуги могут оказывать не только туроператоры. То есть это законодательно разрешено, но нет, к сожалению, инструмента, да, который бы мог, ну, как сказать, помочь проверить. Кроме того, что вы понимаете, что данная компания работает, что она работает столько-то времени, почитать отзывы в интернете об этой компании. Сегодня у нас интернет – это просто источник такой информации. Да. Всегда уже я и многие мои знакомые гостиницы ищем уже даже не по звездам, а по отзывам. Да. Потому что я недавно снимала единичку по отзывам, они были прекрасные. Эта гостиница, она порядок лучше, чем многие тройка-четверка. Нет, тут вопрос, понимаете, немножко в другом. Для чего, если мы говорим про классификацию гостиниц, там вопрос не только в этом. Я тоже эту тему уже много даже в сообществе поднимаю, в туристическом, о том, что на сегодняшний момент порой важнее бывают, знаете, баллы на букинге и на TripAdvisor'е у них там что-то. У них не звездочки, там не помню, другие значки. Но для чего вводится классификация гостиниц? Для того, чтобы потребитель мог ориентироваться по цене в первую очередь. Ну, понимаете, да? То есть вы говорите, вот единичка лучше, чем пятерка. Ну, вы же понимаете? Чем тройка. А, тройка. Ну, неважно, да, тройка. Ну, вы понимаете, что, например, вы, заплатив определенную стоимость в гостинице там с одной звездой, да, ну, вам понравилось, потому что вы заплатили в том числе стоимость низкую за это. Если бы заплатили как в пятизвездочной гостинице, да, допустим, ну, конечно, у меня же требования были другие. Вот, понимаете, у вас просто перечень требований будет другой. И вот классификация, она именно про это больше, чтобы понять, что на
единицу, ну, в смысле, на звездочку одну должен быть вот такой перечень требований, а на 5 звездочек должен быть другой перечень требований. И вот в этом контексте у нас, ну, вы знаете, что обязательная классификация, закон подписан, значит, с 1 июля 2019 года он начинает действовать в отношении гостиниц больше 50 мест, но на сегодняшний момент есть, то есть закон действует, он должен с 1 июля начать, ну, как бы все уже, в отношении гостиниц больше 50 мест уже начнутся определенные действия, если они не прошли классификацию. Но при этом, оговорюсь, учитывая тот факт, что в конце прошлого года сфера туризма была передана из Министерства культуры в Министерство экономического развития, то ряд законодательных актов начинает, ну, не то что пересматриваться, то есть какие-то вещи приостановили, какие, ну, то есть вот идет вот этот процесс вхождения, ну, скажем так, в тему, да, и буквально вот сегодня читала о том, что Российский союз туриндустрии – это достаточно серьезная ассоциация, туристическая, федеральная. Они хотят ходатайствовать о том, чтобы сдвинуть этот срок. Но пока, опять же говорю, то есть это только такая первая информация, то есть никаких изменений законодательства нет. То есть с 1 июля в отношении гостиниц больше 50 мест закон должен начать действовать, если, ну, что-то не изменится. Я же беспокойно смотрю на наши часы, потому что минута осталась до завершения программы, а у меня есть вопрос. Это боль, мне кажется, всех водителей. У нас телеканал находится, в принципе, в такой промышленной зоне, где нет никаких туристических объектов. Я выезжаю с работы на автомобиле, и просто толпа наших гостей из Азии, она бежит под колеса. Вот эта проблема сегодня есть. Может быть, стоит им как-то рассказывать о наших правилах? Ведь все, ну, многие, кто бывает в Азии, они понимают, что там совсем по-другому. Ну, смотрите, здесь, конечно, тема связана в первую очередь с разницей культур. Да. В этом контексте мы с сообществом туристическим, с которым мы взаимодействуем, и с гостиницами, и с нашими туркомпаниями в рамках создания туристско-рекреационного кластера, мы проводим мероприятия различные, да, семинары и конференции, посвященные разным темам. И в том числе у нас проводилось несколько мероприятий для наших субъектов туриндустрии вот по тому, какие аспекты связаны с приемом туристов из азиатских стран. Анна Федоровна, это, я так понимаю, все-таки тема отдельная программа. Да. Спасибо, что пришли к нам в студию. Не успела я вам еще очень множество вопросов задать, поэтому буду наших режиссеров просить приглашать вас снова. Спасибо. Хорошо, спасибо. Всего доброго. Оставайтесь на Arctic TV, радиостанции «Рекорд».